Приветики, пиво Балтика 2. Сегодня на обзоре легкое пиво в зеленой банке, как вы видите, и так далее. Короче, изготавливает Балтика. Компания пивоваренная. И двойка легкая, написано светлое пиво. Тут еще написано два вида зерна, то есть ячмень, собственно, и рис. Рис и ячменный соус, короче говоря. Алкоголь 4,2, пиво слабенькое, плотность 10. Что у нас написано, можете прочитать сами, нажать на паузу. Следующая надпись на банке, вот такая вот, тоже можете нажать на паузу, почитать. И, собственно, состав. Вода питьевая очищенная, сол пивоваренный, ячменный, светлый и карамельный. Так, секунду, неудобно маленько. Хмелепродукты, крупа рисовая. Все. Открыл я его, правда, блядь, минут, наверное, 15, может, даже 20 назад. Только сейчас вот получилось обзор сделать. Ну, там я, оно почти полное, но... То есть я пару глотков буквально только выпил, чисто распробовать. Оно полное. Но, тем не менее, открыл я его 15-20 минут назад. Наверное, минут 15 прошло. Буду наливать сейчас неаккуратно, чисто вот так вот, нахуй. Тем более одной рукой снимаю, мне неудобно там, блядь, бокал ровно держать и так далее. Посмотрим по пене хотя бы. Свет вы видите. Ладно, похрен. Прошло, конечно, 15 минут, поэтому пена такая. Думаю, если бы сразу начал наливать после открытия, пена была бы больше, естественно. Запах, в принципе, нормального такого. Ну, более-менее пива вроде бы неплохого. Первое, что-то, блядь, что хочешь сказать, то, что написано в составе солод ячменный светлый и карамельный. Вот карамельного, блядь, почти не чувствуется, я не знаю. А в целом вкус, в принципе, приятный и мягкий. Да, пиво, конечно, не скажешь, что суперское, но от пивоваренной компании Балтика это, во-первых, ну да ладно, дело даже не в компании, а дело в цене 45 рублей в магазине Бристоль я его купил, кстати, 45 рублей оно стоит. На свои деньги оно и тянет, в принципе, вот, не больше. Не знаю, я и получше пиво пил, в принципе, там за 50, за 60 рублей. Вот из таких, даже из российских я сейчас имею в виду. Есть варианты все-таки получше, наверное, не знаю, чем сравнить. Не, ну это да, это пиво пойдет, когда что-нибудь мягенького охота из там российских за недорогие деньги. Типа, например, старый мельник мягкая в бочонке. Вот из этой же серии вот это вот и Балтика, в принципе. Примерно... Плюс-минус уровень такой же. И они вообще более-менее похожи между собой. Вот. На послевкусие больше такой солодовый оттенок, нежели какой-то хмельной чрезмерно. Я не знаю, как бы, что даже, блядь, именно по поводу того, что понравилось оно или и мне, или нет. Даже вот не могу определиться, честно, блядь. Ну, пить можно. Вот для меня это, ну так, знаете, пить можно, как бы. Вроде плохого особо ничего не скажешь, но чем-то там хвалить его чем-то пиздец, как тоже не знаю чем. Пиво как пиво легкое. Уровень старый мельник мягкое в бочонке, но старый мельник мягкое в бочонке мне побольше понравилось. Оно чуть получше. Как по мне, ну немножко поинтереснее, что ли, я не знаю. Вот. Но это тоже, в принципе, пиво нормальное. Кстати, забыл сказать. Оп, перемещение небольшое. Забыл сказать напоследок по поводу этой Балтики двойки. Я ее пил где-то в 2009 году. Вот так вот, 2009 год был. А я помню, тогда его периодически его брал, кстати. Оно в стекле, правда, было. Не в банках его не было, в стекле было. И там не было написано, по-моему, слово «легкое». Такого не было. И не было риса там в составе. То есть, по-моему, так. Насколько я помню. То есть, и оно немножко другое было. И оно мне тогда более-менее почему-то заходило, я не знаю. Вот, и просто помню.
Такое небольшое отступление. Потом я там пить бросал маленько, ну ладно, это не суть дела. Но тогда, наверное, оно мне больше как-то нравилось, что ли, в стекле, которое было в 2009 году. Без всяких, по-моему, риса там не было, еще раз говорю, и не было написано, что оно легкое. И, кстати, тут 4,2 градуса, а там, по-моему, было чуть побольше. То ли 4,5, то ли 4,8 там было градусов, то ли даже 5. Не, 5, по-моему, не было, 4,8, что-то 4,6 было где-то так. Мне так кажется, вот насколько я припоминаю. Ну, в целом, я фиг знает, что сказать. Легенькое пиво, вот и все, блядь. Из уровня старый мельник в бочонке и все. Но я бы лучше старый мельник в бочонке взял, все равно, чем вот эту Балтику. А так, в принципе, пить можно. Пока.